При изменении магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур проводника, в последнем возникает электрический ток. Проведем эксперимент. Две проволочные катушки имеют общий железный сердечник. Первая катушка соединена с источником тока через выключатель. К зажимам второй подключен гальванометр. При замыкании или размыкании цепи первичной катушки во вторичной катушке возникает кратковременный ток. При извлечении сердечника из катушек также наблюдаем ток во вторичной катушке. Такой же результат получается при введении во вторичную катушку или выведении из нее постоянного магнита.